Yeah.
стоит тишина в груди, если все идут в бой. Я прихожу снова с песнею хвалы до Творца свого. Yeah.
Через Христа, Господь. И Тебе за это слава, что не от хотения плоти или от хотения крови все это произошло от Тебя, Господь. Слава Тебе, слава, великий Бог. И, Господь, мы молим Тебя сейчас на покрытие на это время, когда мы собрались для того, чтобы искать Твоего лица. Действуй в наших сердцах, Господь. Люби нас. Если надо, призывай нас, Господь. Но все в Тебе. Ты есть Альфа и Омега, Господь. И, Господи, мы молим Тебя, может быть, кто-то еще добирается сюда на служение, чтобы разделить с нами радость общения в Твоем теле. Господь, дай обеспечение, дай быстрые ноги, если надо на маршрутке, машине, Господь, дай обеспечение на все, чтобы быть в Твоем теле, Господи. Поддержи, пожалуйста. И, Господь, готов наши сердца к Тебе, Господи. Мы ли готовы к Тебе, Господи? Господь, мы приглашаем Тебя сегодня сюда, Господи, будь среди нас. И мы знаем, там, где двое или трое собраны вокруг Твоего Слова, там и Ты посреди них, Господь. И у нас есть такая сегодня привилегия, что наш Бог с нами, и наш Бог живой, и наш Бог, который действует, и который не отворачивается, а который все творит новое, Господь. И Тебе за это слава, наш Бог, что мы можем знать Тебя. И Ты открыл и просветил глаза нашего сердца к этому. Господь, мы преклоняемся перед Тобой. И отдаем всю честь и славу Тебе, наш великий Бог. И молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Так удивительно, я уходил, ребят не было. Я пошел, помолился, ребят, появились. Вау, знаешь, потрясающее время. Мы сегодня... Трэп-рекорд, конечно. Такой хороший начаток, что мы запланировали начинать в 6 часов вечера. И мы начали... Вообще, с другого вечера. И мы... У
украинскому, вот так, подожди, украинский язык. Хорошо. И мы сегодня начали без 15, нет, в половину седьмого. И это уже хороший начаток, да? Ну, в следующий раз мы начнем в 6 или в 6.15. Да, действительно, хорошее время быть в маленьких вещах ответственный. Да? Потому что если ты в маленьких вещах, ты ответственный, ты тебе легко пребывать в больших вещах. Если в маленьких вещах ты не ответственный, как ты можешь быть ответственным в больших вещах? То есть, кстати, маленькие вещи – это хорошая возможность учиться ответственности. Вот в том, что тебе Господь дал на этот период времени, учись ответственности. Поэтому, я думаю, хорошая возможность приходить вовремя на служение, хорошее свидетельство для других людей и начинать все свое время. Хорошо, давайте будем еще раз помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что иди с нами, Игорь с нами, Господь, и просто мы еще молим Тебя за Юрия. Пастора Юрия, Господь, когда он добирается сюда, благослови, чтобы он добрался сюда. Благослови, чтобы он добрался, Господь. Дай ему обеспечение. Дай ему забеспечение. Дай ему покрытие. Дай ему покрытие. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И у нас, знаете, будут такие мысли, которые я буду... думки. Я не могу сосредоточиться. Я не могу сосредоточиться. Он не здоровается. Я не могу. Я просто... Давайте. Ты тогда медленнее. Мне медленнее говорить. Нет, ты бизнес-шеп почему? Просто да. Я получается, ты как бы говоришь, мы не солнце. Ты же на синхронный курс. Да. Попробуем на синхронный. Или лучше сурдо перевод, чтобы я его дадут. Давайте еще раз будем тренироваться. Хорошо? Давайте еще раз будем тренироваться. И знаете, на этой неделе Господь учил меня. Цього тижня Бог вчив мене. Що не передвигай межі древній. Що не просувай межі древній. То, що написано в притчах. То, що написано в притчах. І, знаєте, інтересний дуже стих. Знаєте, дуже цікавий вірш. І що значить передвинути межу древній? Що значить просунути межу древній? Тобто, що-то, що встановлено. То есть что, что установлено? Ты начинаешь менять. Ты начинаешь менять. И в конечном итоге получается еще хуже. И в конце концов получается еще хуже. Иллюстрация очень простая. Если в воскресенье есть служение, иллюстрация очень простая. Ты должен быть на служении. Служение, ты можешь быть на служении. Если во вторник есть семинария, если во вторник есть семинария, ты должен быть в семинарии. Ты можешь быть в семинарии. Или в понедельник. А или во вторник. А во вторник. Сам момент. Помните, царь Давид. Помните, царь Давид. В тот момент, когда он должен был быть на войне, он увидел Версавию, он передвинул межу древнюю, как было установлено. И помните последствия всего этого. И на этой неделе у меня была действительно хорошая возможность учиться этому. У нас по субботам в компании, где я работаю, мы проводим клуб. У нас по субботам в компании, где я работаю, я клуб, мы маем клуб. И то, что происходило в пятницу, у меня такого давно не происходило. То, что бывало в пятницу, моя дома сколько не было. У меня планы менялись со скоростью, ну, наверное, час, и менялись планы. У меня планы менялись с швидкостью приблизно один план в годину. Да, и что интересно, все равно потом Господь дал мне мудрость, и я сделал клуб, который должен был быть. Не дивлюсь на тебе, Господь мне дал мудрость, и я сделал то, что мало быть. И Господь научил меня, что не передвигай межи древние. И Господь научил меня, не пересувай межи древние. И очень часто бывает так, что есть такое украинское слово «відведення». Дуже часто буває так, що я таке українське слово відвалю. А як то русське? Я все правильно. Отвлечення. І воно не виглядає явним. И оно не выглядит явным. Оно выглядит как обстоятельства, которые складываются, но которые говорят, тебе не надо быть здесь, не надо тебе делать это. Оно выглядит как обставины, которые выглядят так, ніби... Тебе не надо этого делать, тебе не надо здесь быть. Робити, но тебе не треба тут бути. И вроде бы ты духовно себя хорошо чувствуешь. Не буду ты себя духовно никаких нету там переживаний в голове. Не моя жодних переживаний в голове. Ну, обстоятельства складываются, что тебе нужно как-то поменять. А вот там складывается так, не буду тебе треба поменять. Я думаю, это сатана, он действует таким образом, чтобы отвести меня или каждого из нас от того момента, где мы должны находиться в это время. Бывает и такое, что вечером, когда нужно идти на служение или прибывать в духовных вещах, начинаются различные обстоятельства, которые говорят, что мы также важны для твоей жизни. Было такое когда-нибудь? Не раз. Регулярно. И вроде бы ты хорошо себя чувствуешь, но обстоятельства тебе говорят, ты можешь в принципе передвинуть что-то. Ты сколько раз уже на служение ходил? Можешь сдвинуть теперь как-то служение, можешь еще что-то сделать. Ничего страшного, если ты прогуляешь одно служение. Прогуляешь одно служение. Было такое?
Он пытается через эти вещи, неявные вещи. Раз таки речи, неявные речи. Да, он нас просто отстранить от этого. Просто висуваем. Передвинуть между древними. Порасунутым между древними. Ну, хорошо в этот момент вспоминать о Давиде. Момент згадывать про Давида. Который передвинул на тот в своей жизни между древними. Такие порасунутые момент своего життя между древними. И последствия были очень надолго и плачевные. И последствия были очень надолго, и они были плачевные. Знаете, так удивительно, у нас вчера был клуб, знаю, и вчера был клуб. У нас в гостях была Оля. И у нас в гостях была Оля. И действительно было два мужчины. Было два человека, в таком же возрасте. В таком же видите. От 60 до 80. Но я был очень втишен. Но я был дуже втишенный. Тем, что пришли мужчины, которые хотели слышать Слово Божие. Потому что этим утром я понял, что відведення, которое было в пятницу, привело к тому, что вообще может никто не прийти. Я молился, сказал, Господь, только ты можешь привести кого-то своим Духом Святым. Я понял, что я уже так наделал, что я никуда не дойдешь. И тут приходит два этих человека, они слушают 50 минут Слова Божие. 50 хвилин Божьего Слова. Конечно, они, может быть, какие-то моменты они и недопонимали. Звісно, може, деякі моменти вони недорозуміли. Но Слово Божие, оно живе і діє. Воно живе і діяльне. І буває дуже часто, що ми щось не розуміємо сразу. Що ми щось не розуміємо зразу. Но ми знаходимося в правильному місці. Ми знаходимося в правильному місці. І Дух Святий нам потім відкриває ці речі. І ми вчора говорили о нашому великому Богу. Ми говорили про нашого великого Бога. Ми смотрели Діяння 17 глава. Ми дивилися Діяння 17 глава. І це дійсно було удивительно. Як ці мужчини, вони потім ділилися о своїх переживаниях, которые прошли через всю их жизнь. Через все их життя. И ты понимаешь, что это только Бог. И ты разумеешь, что только Бог. И вчера еще одна из мыслей, которую я осознал, еще раз осознал, более глубоко, что ты можешь знать всю риторику. Что ты можешь знать всю риторику. Ты можешь знать всю гомилетику. Ты можешь знать всю гомилетику. Ты можешь знать все фишки, которые как правильно доносить до человека, как делать презентации и так дальше. Как работать презентации и так далее. Но ты не можешь заставить человека уверовать. А ты не можешь заставить человека уверовать. Упс. Ты не можешь заставить. Ты не можешь заставить. Ты можешь прочитать все книги, как правильно преподнести. Ты можешь прочитать все книжки, как правильно. Но только Дух Святой проникает в сердце человека. Дух Святой приводит его к спасению. Проводит его до спасения. И это ты, когда ты это понимаешь, ты понимаешь, когда что ты разумеешь, ты разумеешь, что это Господь действует. Это Господь действует. И ты понимаешь, что оказывается можно думать о себе и не очень сложно. Оказывается, можно думать про себя не дуже складно. Мне понравилась проповедь пастора Шабели. Мне сподобалась проповедь пастора Шабели. Он говорит, одна из фраз его. Одна из фраз его. Говорит, не думайте о себе слишком много. Каже, не думайте про себя занадто багато. И знаете, это дает свободу. Знаете, это дает волю. И свободу не для греха. И воля не для греха. А для того, чтобы давать возможность Богу действовать а через то, свою жизнь. Богу, потому что когда мы смещаем наш фокус не на себя смотрим, а на Христа, а на Христе, Он начинает нас действовать. Начинает нас действовать. Потому что очень часто мы бывает смотрим часто бываем, на наши победы на с точки зрения нашего потенциала или наших возможностей. Или с того, как я могу преподнести или донести что-то. И мы ограничиваем нашего Бога. И мы обмажем нашего Бога. Но наш Бог, Он без наш Бог поэтому действительно хорошая возможность учиться быть проще. Мы действительно гарна можливість вчитися бути. Потому что не я спасаю. Потому что не я рятую. А Господь рятует. А Господь рятует. Не я умер за человека. Не я умер за людину. А Бог умер на воскресе, пошел на небеса. И это дает действительно потрясающую свободу. Это дает действительно неимоверную волю. Кто был на встрече у пастора Романа? Мы вот когда встречались. Кто был на встрече у пастора Романа? И я там был. Если вы не посещаете такие встречи, вы себя немножко обкрадываете. Если вы такие встречи, вы себя трешки обкрадаете. Я сейчас аргументирую, в чем это проявляется. В чем это проявляется. Я возвращался где-то уже в час и шел пешком с метро Харьковской. Я вертался до спорчей годы. Маршрутки не ходили. Дома с Харьковской маршрутки не ходили. Но это еще не начали себя обкрадывать. Але все еще не начало обкрадаться. Знаете, прохладно. Знаете, прохолодно. Идешь и размышляешь с Богом. Идешь и раздумываешь с Богом. И Господь касался моего Господь сердца. Торкався мого серця. И Он говорил такую интересную фразу, что Он исцеляет раны. Что Он исцеляет раны. Что Он оздоравливает раны. Что Он оздоравливает раны. И на протяжении этой недели я думал об этом, что это значит, что Господь оздоравливает раны. Как это касается лично меня, что Господь оздоравливает мои раны. Я размышлял над этим. Я и Господь давал свое слово. И Господь давал свое слово. И мы сегодня будем его смотреть. Сегодня будем его смотреть. Давайте откроем первый стих. Первый вирш. Первое царство, 22 глава, 2 стих.